Мы готовим куриный суп в зерноварке. Порезали лук, морковь, сладкий перец, помидорку. Сейчас режем курицу. Овощи у нас в умном холодильнике. Режем мы ножами серии «Универсал». Перекладываем все в зерноварку. Закрываем. И томим. Ну, минут 7. Нет, не надо. Там достаточно будет сока от овощей и от курочки. Прошло 7 минут. Проверяем готовность наших овощей и курочки. После того, как 7 минут у нас на мощности, кстати, 600 ватт готовилось. Нет, можно ложечкой, боюсь, проткнем. Готовим, значит, 600 ватт 6 минут. Вот, в принципе, все. И дали постоять минут 5. Курочка разламывается же, да? Да, готова? Хорошо. Вот, отлично. Заливаем кипятком. Тут салатик еще. Угу. Заливаем кипятком. Рисочка. Ну, за сантиметр до конца. Немного соли. И ставим в микроволновку на мощность 600 ватт. Примерно 5 минут. Наш супчик готов. Можно было, конечно, сюда еще и зелень добавить. Можем отсюда. Макароны у нас уже отварные, а в принципе можно было, конечно, вермишельку сюда добавить также за 5-7 минут до готовки. Прозрачный, кстати, бульончик, аромат потрясающий, от перца, от лучка. Диетический такой обед.